Здравствуйте, друзья! Вы видите нечто, что является пока что для вас загадкой. Могу только сказать, что если убрать фольгу, то вы увидите нечто, что может помешать вам спокойно пойти спать, например, или там... Или проснуться. Да, Светлана, давай, значит, убирай фольгу. Раз! Скажи, Светочка, что это? Это называется мазурка. Мазурка. Так, Рита, иди сюда. Так, сейчас. Мазурка. Ой. Нам сказали, что она свежая, только что сделанная. Ой, это конец света. Мазурка, да. Мазурка здесь отплясывается не потому, что так вот, знаете, хочется именно жирного, сладкого и хочется, такого, чтобы, хочется, знаете, для диабета. Хочется. А это у нас праздник завтра. День независимости. А у нас флаг какой висит? У нас еще, ну, Света, флаг мы покажем утром, когда будет светло. А вот эта мазурка, как делается мазурка, Рит, пару слов? Ну, это отдельный разговор. Ну, отдельный разговор. Ну, слушай, я помню, стакан сахара, стакан муки, 3 яйца или 6, и грецкие орехи, изюм. На самом деле, по так, иди сюда ближе, да? Как, ближе к микрофону. По величине яиц, ну, это может 5 яиц, 6 яиц. Стакан сахара, стакан муки, стакан изюма и 2 стакана орехов. И? Яйца взбиваются с сахаром. Вот, ну, это надо уметь, потому что я... Так, подожди, взбили яйца с сахаром, дальше. О, смотри, у нас рояль. Добавили желтки, добавили муку, добавили... И дальше все смешали и поставили печь. Так, печь это как? В духовку? В духовку. Ну, в принципе, друзья, если уж вы так вам хочется именно мазурку, вот, то вы, конечно, можете пойти в интернете поискать. Откуда Рита знает рецепт? Да это 100-летний рецепт, мы еще в Москве ее делали. Но я просто не умею так. Давайте назовем тогда мазурка старомосковская. Мы делали ее в Москве. Ты знаешь, что я бы ее закрыла, потому давай, что может быть, я ее съедим. Давай, может быть, я сниму один кусочек для наших зрителей. Мы можем убрать один слой. Нет, оно так мы не будем. Оно не просто, оно лежит цветочками, Миш, оно так. Не просто так лежит. То есть это нельзя ничего... есть? Нет, есть нельзя, но сегодня тепло. Давай так, мы для наших зрителей съедим кусочек не надо. Завтра, когда соберутся больше гостей. Да? Я буду играть в Моцарта Трио, на нем показывать. Что играть? Трио Моцарта K564. А как же ты трио, одна будешь играть? Нет, я поеду в Швейцарию и буду с виолончелисткой и с скрипачкой играть. Подожди, так, а сейчас-то у нас нету скрипачки и виолончелистки? Нет, мы с ними там познакомимся и там будем репетировать. А здесь что? А здесь я буду его учить. Я его притащила сюда, чтобы играть на нем. То есть во время праздника прячется. Значит, во время праздника, когда все люди будут праздновать независимость, ты будешь сидеть и тренироваться. Да. А что-то не слишком ли много октав на этом устройстве? Вот с этим. Моцарт. Вот у нас, друзья, так вот связывается Моцарт и мазурка. Видите, у нас все связалось вместе в нашем сюжете. Вот, друзья, наш рояль. А это из дорогих, да? Он серьезный какой-то. Ну, это считается профессионалом. Ля-ля-ля-ля-ля. Уже поют профессионалы. Друзья, нет. Вы видите вот этот вот наушник. Ну, он же динамик, да. Вот видите этот наушник. Вы помните, у нас тут соседи шумели какое-то время назад, значит, и играли. Это наш ответ соседям. Значит, мы завтра вам покажем Роланд, значит. У нас юное дарование не любит в наушниках. Вот. И поэтому вместо наушников у нее вот есть вот эта штучка. А ты можешь что-то сделать, чтобы так, ну-ка, позвучи? Сейчас, секундочку. Мы сначала подключить, потом будем так. Звучать. И это надо тоже подключить сюда. Так. Туда. Будем. Да, так. Друзья, свет вот так. Есть. Если вы хотите участвовать успешно в международных конкурсах, друзья, вы даже в день 4 июля будете практиковаться. А в 4 руки можете. Класс. Друзья, это мы в щадящем режиме. Это мы только чисто как наушник. Thank you.